Понятно. Фу. А ты чё это? Чего? При таком параде с букетом? Да вот, Федор Николаевич, имею решение. Хочу срочно жениться. И в деревню ее к тетке, понимаете? В случае чего ногой топну и мужа послушает. Так. И что же, и согласие ее получил? Будет. Ну вот когда, сам не знаю. Только, понимаете, наступает подходящий момент, чтобы объясниться. А он-то что, гиря? Кто? Язык. А? Да, так я вот, Федор Николаевич, написал письмо. Не знаю, плохо, хорошо, вот послушайте. Здравствуй, Лена. Да нет уж, ты меня, Петя, уволь. Я в таких делах не советчик. Да нет, Федор Николаевич, ну, хорошо, от Валуча. Здравствуй, Лена. Если металл сначала раскалить до бела, а потом сразу в холодную воду, то он все равно закаляется, так и я. Ну как, ничего? Что?